Привет, не спящие. Ой-ё. Я молодец. Вы ведь подождете, правда? Итак, с этой игрой у меня изначально не задалось. Она очень неохотно дает себя записывать и вообще ведет себя гадко. Но игра стоит того, чтобы пострадать и записывать ее побольше. Я уверен, что я облажался с уровнем звука, но да ладно. Хотя, с другой стороны, может быть и нет. Хотя, с другой стороны, может быть и да. Ну, черт его, давайте пока запишем эту серию. Если она будет без ошибок, то я ее, наверное, выложу и мы продолжим записывать уже со скорректированным уровнем звука. Это место очень людное. Мой галстук слишком узкий. Я никогда не носил галстуки. Они были правы. Мегаполис сожрет меня живьем. И это письмо. Предложение работы. Что если все это было шуткой? Но... вдруг это правда? Если письмо настоящее? Это будет моя первая работа. Ей. И да, это будет моя первая работа. Наконец-то. Игрушка вышла недавно. И разработчик уже говорил о том, что у нее небольшие проблемы с захватом. Поэтому я просто отключил видеоролики. Поэтому вы наблюдали небольшие картинки вначале. Что ж, я наконец-то прибыл. Я надеюсь, что я не ошибся местом. Думаю, мне стоит осмотреться. И с кем-нибудь поговорить. Разумеется, разумеется. Привет, извините. Управление функциональными задачами указанного филиала прямо пропорционально продукту бла-бла-бла. Эта женщина занимается, не надо ее отвлекать. Приветик. Привет, я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан. Если ты не против, не мог бы ты звать меня по фамилии Чепмен? Знаешь, большие компании и их формальности. О, извини, тогда зови меня Пастернак. Приятно познакомиться, мистер Пастернак. Судя по всему, могу предположить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. Это нормально, что ты немного нервничаешь? Да, я здесь из-за письма. Итак... Извини, что беспокою, но я не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. Во что ты одет? В костюм? Нет, я имел в виду, кто его дизайнер, кто его для тебя сшил. О, мне самому интересно. Прости мне мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где ты его купил? Кажется, мне его мать купила в супермаркете. В супермаркете? Извини, но какой у тебя класс? Класс G, а твой? Отвали от меня, червяк! Как ты смеешь разговаривать со мной трепи класса G? Как ты посмел? Пошел вон, вали! Извини... Заткнись! Что принесло такое дерьмо вроде тебя в такую компанию? Ты в курсе, где ты находишься, а? Это офис Синтракорп, мифическое, нет, легендарное здание, из которого происходит... Великая компания в мире. Вернее, одна из самых великих компаний в мире. О, да, я... Я не закончил.
Эта компания нанимает Нет, она нанимает не У. Эта компания нанимает квалифицированных людей мирового уровня. Они отклоняют пачками заявки с престижных университетов из-за того, что они не соответствуют. Соискатели с требуемым опытом борются за... Хотя нет. Успокойся, Чепман. Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Наркоман какой-то. Здравствуйте, меня зовут Брайан. О, так повседневно. Моя фамилия Хикс, но ты можешь звать меня просто Кейт. А, точно, прости. Я не привык к этому. Моя фамилия Пастернак. Не-не-не, зови меня Кейт, это более естественно. Ты из пригорода? Да, я из класса G, надеюсь, ты не против разговоров со мной. Ага, полагаю, ты повстречался с тем блондином. В центре города работает много высокомерных людей. Ну, тогда это значит, что ты не из столицы? Я... Этот раб? Я родилась в классе E, но мой отец получил здесь работу, и семья смогла повысить ранг. Здорово. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу? Да, я закончила колледж и прошла 6 вступительных экзаменов. Я очень взволнована. Я уверена, что ты в курсе, как тяжело получить работу. Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе дезагрегированной аналитики. А какова твоя профессия? Профессия? Дай угадаю, управление излишками. Возможно, комбинированные программы? Ну, погоди, система всего протокола. Управление вертикальными базами. Расчет структурных данных. Нет, я только учиться закончил. Оу. Что я тут делаю? Получить работу в этой компании невозможно, для класса G. Наверное, письмо — это просто чья-нибудь шутка. Письмо? Да, можешь взглянуть. Брайан Пастернак, вы были избраны на должность в штате Синтеркорп. Эта работа повышает ваш статус до категории класса А. На постоянной основе. Это было доставлено мне неделю назад. Мне казалось, что... В общем, попал сюда, до меня дошло, что это было ошибкой. Что ты имеешь в виду ошибкой? Тебе прислали прямое назначение на работу в Синтеркорп. Мне кажется, что такая возможность выпадает раз в жизни. Взбодрись, парень. Но у меня нет должного образования или... Это важная компания. Конечно, они подробно изучают каждого студента в стране. Может, они разглядели в тебе большой потенциал? Мистер Чепман, пройдите в лифт. Они всегда сначала вызывают более важных людей. В курсе вы, да? Конечно нет, я вижу по вашим лицам, насколько вы наркоманы. Видите индикаторы над лифтом, указывающие на этажи? Чем выше вы поднимаетесь, тем выше вас ценят. Вернее, тем больше вас ценят. 9-й этаж руководящей должности. Вот моя тропа. Прощайте, попрошайки. Он остановился на втором этаже. Похоже, не так уж он и важен. Так это ж третий. Хотя, если считать нулевой, то может быть второй. Мисс Хикс, пройдите в лифт. Ой-ой-ой, я словно комок нервов. Иди уже. Спасибо, Брайан. И всякое такое. А, надеюсь, что мы снова встретимся, и я смогу пригласить тебя выпить кофе. А, да, да, конечно. Шуруй. Поднялась на 4-й этаж. Похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко. Ну что ж, надо подождать, пока они меня не вызовут. Конечно, если то письмо на самом деле не было шуткой. Не, чувак, было. Ладно, пойдем отсюда. Перед уходом нужно узнать, что это за письмо. Ну, давай покажем его в камеру. Смотрите, у меня есть письмо. Здравствуйте, мистер охранник. Послушайте, я получил это письмо, и на нем мое имя, и написано, что я могу получить работу. Какой-то розыгрыш, эй. Что за наркоман? Похоже, я проделал весь этот путь зря. Ну и пойдем тогда отсюда, раз проделал зря. Что ж, похоже, у меня не появится работа в столице, и мне предстоит долгое путешествие домой. А? Ой-ой.
Это шанс! Надо бежать быстрее в лифт! Пока он открыт. Тыкай кнопку 9 этажа. Нет? А? Что? Что происходит? Что за херня? Какого хрена? Что? Чё? Кстати, куда она уехала? На 4-й вроде этаж? Или на 5-й? Да это же я, Пипсайко. Классная заставка, правда? Прям просто великолепно. Ну вот. Стэн? Ты где? Верхний этаж? Должно быть, это ошибка. Что мешает нам сходить да проверить? Там что-то шумит. На-на-на. Иду по тропе мертвецов. Иду по тропе мертвецов. На-на-на. Кстати, здесь дистанционное управление. Оно не работает. На него не понадобятся две батарейки. Ну, так как я уже немножко поиграл, тут батареек здесь нет. Да, искал. И, к сожалению, наверное, придется вернуться сюда еще раз. Ну ладно. Убей ведьму. Обязательно как-нибудь это сделаю, но давайте сначала подпишем контракт. Выглядит как контракт. Я, Брайан Пастернак, заявляю, что я принимаю работу, предложенную Синтракорп, описанную в приложении, и моя зарплата будет составлять 10 тысяч кредитов в день, плюс премия за достижение и обслуживание, а также повышение до класса А. 10 тысяч кредитов. Это целое состояние. Подождите-ка, это может быть уловкой. Надо прочитать приложение. В соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины, имея в настоящее время соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации Синдрагорп. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или по требованию ассоциации профсоюза. Принятие этого контракта влечет за собой полный или частичный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса, о чем гласит резолюция 1138. Ага. Стоит ли его подписать? Конечно, стоит. Я прошел весь этот путь, и нельзя же просто так отступить. Все посчитают, что я струсил, подпишу-ка я его. Ну, чувак, подписывать контракт в комнате, где написано «Убей ведьму»? По-моему, это так себе вариант. Причем кровище на огромной шумящей стене. Ага, что произошло? Что ж, я подписал его, что теперь? А? Опять лифт приехал. Ну, видимо, нам туда. Интересно, душка работает? Увы. Ну и ладно. Пойдем? В лифт. Иду по тропе мертвецов. Иду по тропе мертвецов. Так, нам на 5-й. А? Выглядит как пустая страница. Погоди, на ней водяной знак. А. Я положу ее в свой кейс. Таинственный лист бумаги? Интересно. Опаньки. Привет, ты не тот новичок. Да, привет, я бра... Пастернак. Меня зовут Пастернак. Рад встрече, бра Пастернак. Не-не, я просто... Шучу, дружище, я Хьюг, твой новый коллега. Я покажу тебе здесь все. Извини, я немного... Первый раз тут, в общем. Да, если ты пришел из пригород, то большой город сначала может забрать тебя многое. Но будь спокоен, ты в хороших руках. Я покажу тебе, как здесь все устроено. Спасибо. Итак, это 5-й этаж. Здесь мы в основном выполняем задания, связанные с управлением, работаем с базами данных, ну, там, с компьютерами. Здесь несколько офисов и зал совещаний. В конце находится туалет, а это стол секретаря. Но ее в данный момент тут нет. Все здесь заняты своим делом. Ну, посмотри на того парня, например.
Эй, партнер, позволь мне представить тебе пастора. Видишь, он даже не заметил нас. Один парень приходит на работу, просто чтобы выспаться. Ха-ха. Давай за мной, я покажу тебе наш офис. Добро пожаловать в свой новый офис. Сейчас он немного пуст, так как сотрудников... вернее, так как нет сотрудников на больничном, но... Посмотрите, кто выбрал свой убежище. Еще наш коллега Кока. Привет, я Пастернак. Она поначалу может быть стеснительной, но стоит ей начать рассказывать о своей истории, то ее уже не остановить. Итак, продолжим наш тур. Здесь у нас кулер с ванной. Важная деталь, связывающая весь офис. Не слишком просто. Была, в общем, бесплатная вода. Когда он пуст, кто-нибудь придет и наполнит его. Хотя это может занять некоторое время. Это круглый камень офиса. Кофейник. Мы готовим кофе в большом объеме каждое утро. Что скажешь, если мы немного восстановим наши силы? А ты какой? Силу он восстановить собрался. О нет, совсем не осталось кофе. Бытует легенда, что этот офис является обителью темного существа, который совсем не спит. Говорят, что она только пьет свежий кофе и никогда-никогда не заваривает новую порцию. Верно, Кока? Итак, попытаешься ли ты соблазнить читающих с варгайфом еще кофе? Конечно, что надо сделать? Ну, сначала нам нужна вода и растворимый кофе. Они должны быть где-то здесь. Да не вопрос, чувак. Я делал это уже раз 10. Честно говоря, это начинает немножко раздражать. Ну, просто вот записываешь серию, да, там проходит минут 30-40, и... В какой-то момент ты выключаешь запись, говоришь, о, все здорово, я молодец, я записал очередную серию на час, на 40 минут. А серия тебе так и говорит, чувак, не, хрен тебе, а не серия. И просто на видео там комок застывшей картинки. Хьюго, я не уверен, что это сработает, я нашел это в мусоре. Давай, да все в порядке, немного подуй, все будет в порядке. Эх ты любитель подуть. Я знаю, что ты там дуешь в туалете, да? Это я тоже такси смотрел. Итак, раз ты добыл волшебные ингредиенты, то просто включи кофейник. Отличный план. А подожди, тут сникерс должен быть. Yeah. Кружка кофе. Кофе делает... Вернее, кофе дает тебе более сильный заряд энергии, чем обычная чашка воды. Нужна лишь... Вернее, вода нужна лишь в душе. Итак, я думаю, что я рассказал тебе основу. Есть вопросы? А в чем заключается моя работа? Ты правда собираешься начать работать? Ты ведь только пришел. О, ладно, хорошо. Давай я расскажу тебе основные твои принципы работы. Вернее, основные принципы твоей работы. Это ксерокс. Тебе понадобятся чернила и бумаг, чтобы делать копии. Это полностью функционально. Можешь использовать его, чтобы копировать такую важную информацию, как квартальные показатели или рабочую документацию. Но мы признаем, честно, это задача нижних этажей. Так что можешь не париться. Мы тут на пятом можем использовать этот восхитительный прибор ради веселых вещей. Например, чтобы скопировать задницу. Что? Давай посмотрим, если мы же по портрет. Вернее же, портрет вышел хорошо. Вернее, вышел неплохим. Я думаю, стоило сделать его двусторонним. Очень смешно. Давай, твоя очередь. Не-не-не, спасибо. Давай, чувак, до тебя дойдет, насколько это весело, стоит тебе разок так сделать. Наверное, тебе не стоит делать это задницей, если ты стесняешься. Почему бы тебе не попробовать с лицом? С лицом, но ты только что... Посмотрим. О нет, в нем кончилась бумага. Ну ладно, жаль, возможно, в следующий раз. Не-не-не-не, чувак, давай, ты единственный, с кем можно вытворить такие вещи. Кока слишком трусиха и никогда не осмелится на это.
Не могу поверить, что у нас нет вовсе бумаги. Здесь бумага. Я нашел эту пустую бумажку на полу. Сработает? Конечно, любая бумага сойдет. Возможно, ты поместил... Вернее, важно, чтобы ты поместил голову в механизм напротив стекла. Таинственная бумага. Замечательно. Я надеюсь, вот на этом моменте игра не повисла. О, очень светло. Что произошло? Ведьмина бумага. Что? Ну и ну, я вижу, ты в курсе, как о себе позаботиться, Пастернак. Итак, теперь в чем заключается моя работа? Как я уже говорил, если ты правда собираешься начать работу, то можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Он тебе распределит твои обязанности. Да не вопрос, а где-то здесь должны быть всякие вкусные вещи. Здесь ничего, здесь вроде бы тоже. А нет, здесь как раз был хлеб. Здесь ничего. Жаль. Вроде больше ничего такого. Шкаф пуст. Так. Вам нравится ID-карта. ID-карта? Слышь, карточку дай. Хьюго, извини, что снова беспокою, но мне нужна ID-карта для компьютера. А, верно. Мы обычно их отправляем в офис начальника, но я проверю, если твоя уже готова. Да-да. Алло? Мистер Пастернак? Да, это я. Здравствуйте, ваш начальник. Хьюго сказал мне, что у вас нет ID-карты. Похоже, произошла какая-то административная ошибочка. Пишу свои извинения. О, нет, все в порядке. Похоже, они отправили вашу ID-карту в другой офис. Вам надо пойти в офис D, который находится на том же этаже, что и ваш. Офис D, понятно. Ну, ладно. Мне кое-что здесь нужно, кстати. Отлично. А Коку беспокоить не стоит, она боролась, принц. Кстати, здесь может быть что-то еще полезное. Листочек, например. Здесь пустота. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Ну и ладно. Подожди, а может быть эту табличку можно прочитать? Нет, нельзя. Ну ладно. Поехали тогда дальше. Офис Д, офис Д. А это что? Это фотографии сотрудников месяца. На всех них Юга. Да. А денег у тебя нет, да? Купить ты ничего не сможешь, но можно получить 30 кредитов, которые кто-то выкинул в мусорку. Зачем-то. Офис Д, офис Д. Диван блокирует дверь. Возможно, я смогу его сдвинуть. Да не вопрос, чувак. Устал, да? Диван, ух, тяжелый. Диван-то двигать. А? О, тут как-то темно. Эй. Что-то написано на полу. Это ловушка! А, это не смешно, включите свет! Прекрасно. Дикий тостер. Вернее, дикий монитор, который пытается меня убить. Что могло пойти не так? Действительно. Кофейный аппарат, который пытается изображать из себя бешеную собачку. Приветик. Привет, ты в курсе, где выход? О, черт, ты привязан к стулу. Что происходит? Я попробую развязать. Не выходит. Эй, я не уверен, что могу тебе помочь, но возможно между нами... Вернее, возможно, я... А, что ж такое-то? Вернее, я... А, капец, вот просто... Вернее, я, наверное, смогу найти выход. Вернее, я попробую найти выход. Отсюда. Ага, как же. Где-то здесь должна была быть коробка. Вот. Ауч. Коробка. Ох, там ХП. Нормально. Поехали обратно, чувак.
Давай, ну. Теперь туда. Нет, ладно, не сюда. Ну, это, конечно, очень наркоманский способ спасать человека. Мог бы взять какое-нибудь стекло, разрезать веревки. Прикинь, не смог развязать какой-то кабель. Ну, что за человек вообще? Катись давай, кусок полридурка. Ну и с другой стороны, можно же было взять у него фонарь, просто пройтись, да посмотреть, что тут к чему. Но нет, он решил, что гораздо круче достать человека с фонариком. По коридорам, помоги мне, обязательно. Ничего необычного, все в порядке. Все в нашем королевстве прекрасно. Спокойнее, я уверен, что где-то позади есть выход. Беги. Вы получили картонную коробку. На стене что-то написано. Беги. Бежим. Это же человек-труба! И всем нам труба! Бежим скорее! А, подожди, это не труба! Это человек-шкафчик! Правда, они называются немножко по-другому. Кажется, это не шкафчик, а... Ай! Что-то вроде кабинета или... архивы, ну, в общем, не важно. Мне надо выбраться отсюда как можно скорее. А я нашел третью коробку-то. Да, я нашел все три. Давай. Мне надо убираться отсюда. Кто-то стучит по ведру из нержавейки. Как по барабану. Отлично. Ну чё, что это было? Что происходит в этой компании? Ты! А ну стоять! Это офисная полиция. Я отниму твой кофе. Эй, ты. Пожалуйста, мне надо позвать на помощь. Начальник. Начальник? Ладно, намёк понят. Пойду к нему. Прогуляюсь. Слышь ты, ёпты, у тебя там это, трупы. Привет. Юга. Что случилось? Ты вот призрак увидел. Чудовище, там в офисе чудовище. Что? Я пошел в офис, да и там было, ну, кошмар. О, до меня дошло. То, что ты принял за монстра, на самом деле паренек, который слегка тронулся головой пару недель назад. Ну и заперся в офисе. Не-не-не, там что-то произошло, что-то ненормальное. Там был парень, привязанный к стулу, и десятки сотрудников, свисающих со стен. Нам нужно кому-то об этом рассказать. Не, чувак, я сомневаюсь, что здесь происходит что-то подобное. Нет, серьезно, там были кофейники и мониторы, которые летали по воздуху. А, не разыгрывай меня, Пастернак, что за шутки. Кроме того, зачем ты пошел в тот офис? Мы завалили его мебель, чтобы избежать проблем. Ну, начальник мне позвонил и сказал, что там я найду свою карту. А, карта, она прямо здесь на столе. Их всегда здесь оставляют. Ну, подожди. В офисе разруха, и почему ты сидишь на кресле... Не, в кресле начальника. О, разве я тебе не говорил? В компании нет начальников, ни одного во всем здании. Что? Звучит странно, но у них поехала крыша. Ушли, в большинстве случаев. Наш последний начальник закрылся в этом офисе давным-давно, пока в один прекрасный день просто не сбежал. Мне тоже интересно почему. Наверное, стресс. Подожди, но если нет начальства, кто тогда мне звонил? Полагаю, какой чуть. А? Парень, уж об этом волноваться, не получишь свою карточку. Так что бери ее и начинай работать как можешь скорее.
Ой, я сказал работать, ну, постарайся не переусердствовать. Ты же не хочешь тронуться головой, как тот монстр? Замечательно. Где мой ломтик сыра? Дай, дай, дай мне ломтик сыра. Отлично. Здесь ничего. Эх. Я никогда раньше не использовал эти машины. Что? Что это за место? Может, еще одна ловушка? Это что за жопа? Мистер Пастернак. Еще одно чудовище! Черт, какое мыло, какое мыло! Моя. Подъем, чувак. Ай, как громко! Что так громко-то? Мистер Пастернак. А? Чё? Добро пожаловать в Интеркорп. Вы собираетесь меня убить? Сохраняйте спокойствие, я вас не обижу. Что-то такое. Позвольте мне представиться, я... Синдра, моей обязанностью является рассказать вам о вашей работе. Хорошо, но что это за зеленый мир? Пару секунд назад я был в офисе. Вы подключены к Синтранет, корпоративному интерфейсу. Здесь вы можете отслеживать свои задания, получать сообщения и общаться со мной на любые темы. А, на любые темы? Я знаю, с чего мы начнем. Раздевайся, детка. Шутка. Уведомление. Вы получили свое первое сообщение. Если вам нужно, вы можете выбрать и прочитать его. Добро пожаловать в Интеркорп, мистер Пастернак. Надеюсь, что ваше пребывание здесь будет плодотворным, продуктивным и продолжительным. Ты послал мне это сообщение? Верно. Если вы согласитесь, я приступлю к разъяснению ваших обязанностей, соответствующих на работе. Вы подробно изучили подписанный контракт, верно? Он был длинным, и там было много всякого. Не волнуйтесь, я выделю из него важную для вас информацию. В соответствии с заранее установленной нормой юридической доктрины, применяемой в настоящее время, соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации Синтеркор. Надо же. Соглашаясь на этот заработок, работник принимает в виду дополнительное положение в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или по требованию ассоциации профсоюза. Принятие этого контракта влечет за собой полный или частичный отказ от привилегий индивидуальной целостности в пользу повышения социального статуса, о чем гласит резолюция 1138. Извини, не могла бы ты просто рассказать мне о моих обязанностях? Конечно, вы должны сфокусировать свои усилия в Синдеркорп на одной простой задаче. Уничтожить существо, прозванное ведьмой. Что? Уничтожить существо, прозванное... Да-да, я слышал. Мне надо убить ведьму? Это шутка? Вас наняли в качестве охотника на ведьм. Ладно, ладно. Слушай, я не уверен, что тут творится, но я уверен, что мне нужно кого-нибудь найти и рассказать об этом, и я не хочу ни на кого охотиться. Видимо, серьезно? Сейчас я объясню детали вашей работы. Не-не-не-не, подожди. Должна быть здесь какая-то ошибка. Иконка показывает ваше первое задание — найти молот ведьм. Как мне отсюда выйти? Пожалуйста, мистер Пастернак, позвольте мне закончить мои объяснения, и я покажу вам, как выйти. Спасибо. В связи с недостатком информации о ведьме, в вашем первом задании будет поиск молота ведьм, колдовского трактата, написанного в 15 веке, в котором описывалось, как опознать, поймать и уничтожить подобных существ. То есть мы говорим о ведьмах, да? Ведьмы. Синдеркорп получила копию молота ведьм, но где находится книга в данный момент, неизвестно. По нашим последним данным, книга должна находиться где-то в библиотеке компании на 7 этаже. Рекомендую начать ваши поиски оттуда. Окей, ты закончила?
Также должна вас проинформировать, если вы найдете книгу, то мы дадим вам премию в размере 1000 кредитов. Оу. Эй, Синдра, послушай, спасибо огромное за предложение и всякое такое, но охота на ведьм — это немножко мое. Я пришел сюда в надежде, что это будет обычная работа, но она с каждым моментом становится все веселее и веселее. Может быть лучше... Вернее, может быть лучше... Что ж такое? Вернее, может, будет лучше, если вы найдете кого-то другого на мое место? Жаль это слышать, вы можете уйти в любое время. Если вы хотите отключиться от системы, активируйте иконку вывода. Вернее, если вам нужно отключиться от системы, активируйте иконку вывода. Надеюсь, что вы передумаете. Я буду ждать здесь, если вам понадобится помощь. Окей. Пойдем тогда отсюда. Перед тем, как вы уйдете, мне нужно рассказать вам одну важную вещь. Ваша работа здесь конфиденциальна. Вам не стоит рисковать кому-либо свой статус охотника на ведьм или свои обязанности. В глазах ваших коллег ваша работа заключается в консультации по системам баз данных. Что? Это в ваших личных интересах. Я надеюсь, что вы не раскроете этот секрет. Скоро увидимся, сэр. Понятненько. Дай-ка я сделаю сохранение. Замечательно. Итак, если серия удалась, если игра не сказала мне «иди ты в задницу» и не заложала, вернее, и не зависла во время записи, то все замечательно. И вы увидите эту прекрасную игру. Я надеюсь, вы, конечно же, поставите под видео какой-нибудь значок там вверх-вниз, напишите комментарий или хотя бы подпишитесь. Ну, а пока что такие дела.